Всем-всем наидобрейшего денечка. Сегодня напялила вот такую добрую футболку. Очаровательную. И прошел первый месяц после обновленной монетизации. Как я примерно и предполагала после первой недели. То есть у меня так идет стабильно. Цифра, то есть, не меняется практически. Но примерно аж 2500 за месяц. То есть там 2500-2600. Я там кое-какие копейки не вывела, там 100 с чем-то рублей. То есть, ну, грубо говоря, будем считать 2500. Вот такие глобальные заработки на моем канале. То есть, как бы для меня предыдущая монетизация была лучше. То есть, многие блогеры говорят, что выровнялось. То есть, у них стал стабильный прежний доход. Кто-то говорит, вырос. Кто-то говорит, упал, так же, как и у меня. То есть, ну, видимо, у всех по-разному, кто как работает и кто как ведет свой блог, и какой охват, и, конечно же, сколько подписчиков, и какая аудитория. И, конечно, тема канала тоже зависит, потому что у меня обо всем на свете, можно сказать. В общем, канал я бросать не буду, мне его жалко просто-напросто. Конечно, это заработок, не заработок. Это, мне кажется, даже козявкам моим на вкусняшки такой суммы не хватит. Трачу больше только на лакомство, не считая основного корма. Но уже собрался у нас такой хороший коллектив, столько хороших людей, столько полезных советов получаю я от вас. Надеюсь, что вы от меня тоже получаете что-то полезное и нужное, или хотя бы хорошее настроение. Поэтому канал бросать не буду. Единственное, что, возможно, у меня тут будут кое-какие изменения в работе, пока я сама точно еще не знаю, поэтому не говорю еще рано, что, возможно, просто буду поменьше выпускать видео по их количеству. То есть это что, возможно, просто будет не хватать времени, потому что все-таки ведение канала тоже забирает очень-очень много времени. То есть это... Но вот еще у меня их много выходит, несколько. То есть это пока снимешь, пока выставишь, то есть времени... уходит прилично. Но бросать канал не буду, потому что на самом деле мне будет это очень-очень жалко. То есть хоть копеечка, ну пускай, все равно как это будет приятный бонус. Буду его считать ведение канала просто как хобби, как общение с людьми. Ну вот, то есть, так что все будет происходить примерно так же. Возможно, чуть-чуть уменьшу количество. То есть и то, если это будет вот у меня еще один приработок, то есть это... Потому что хочется много денежков. Прям вот столько хочется денежков. Прям вот так вот хочется денежков, чтобы покупать цветочки, вкусняшки и все-все прочее. Ну, как говорится, денег сколько бы ни было, их все равно будет мало. Запросы растут. Растет доход, растут запросы. Но исходим из того, что есть на данный момент. Так что все будет по-прежнему оставаться. Кто переживал, не переживайте. То есть это... Если, конечно, у меня повысится доход на Дзене, я буду, конечно, только рада и не буду лукавить, что мне это не интересно. То есть это бред сумасшедшего. Плюну тому в глаз, кто скажет, что его не интересуют деньги. Деньги нас интересуют всех. И желательно большие. Ну вот, а так все остается по-прежнему. Пока будет это как хобби. Интересное занятие и общение с интересными, хорошими, добрыми и адекватными людьми. Ну, а всем желаю счастья, процветания, денег большой мешок и, конечно же, крепкого-крепкого здоровья.